Как делишки, ребятишки, с вами оставайтесь, а не сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Снайпер битва Майнкрафт». Да, ребята, вы просто под каждым видео писали, чтобы мы сняли снайперов, и только благодаря вам, благодаря вашей поддержке снайперов, мы сегодня их снимаем, да. Поэтому, ребята, чтобы точно дать вам знать, когда выйдет новая серия снайперов, давайте мы прямо сейчас наберем на двух наших видосов по 20 тысяч лайков. Как только мы это сделаем, сразу выйдет новая серия, просто сразу. Поэтому, ребята, когда выйдет новая серия, сейчас решайте только вы. Да-да-да. И Эдисон, знаешь, что я забыл тебе сказать? Самое главное. Вот ты не сказал об этом. Ну. Мы играем сегодня на новой карте, товарищи. Вот, да, на какой-то деревенской карте, поэтому, ребята, ставьте лайки. Мы можем, Жека, мы можем выложить эту карту в описании, если, конечно, подписчики этого захотят очень сильно, поэтому... Да, и, ребята, вот 20 тысяч лайков, реально, выйдет новая серия. Давайте, чтобы описать их там, просьба в комментариях, просто лайк поставьте. Мы просто, Жека, реально заколебались под каждым видосом читанием. Когда снайперы, давайте снайперы. Вот снайперы, держите, хотели, ставьте лайк, все. Да, вот это пока поговори. В смысле поговори, а что ты уже? Ты еще... А, ты меня уже увидел! Круто, да, Жека! Да, ты меня да, уже увидел! Ага, вот он, Эдисон. Здравствуйте. Ну давай, хорошо, убивай меня, давай, раз ты такой крутой. Ну, мне тебя жалко просто, пока что не буду тебя убивать. Пока что я тебя не буду убивать, Эдисон. А, то есть ты такой добренький, да, не будешь да, меня убивать? Да. Не будут меня убивать. Ну, ты меня уже увидел, я уверен в этом, я просто уверен. Да, я тоже в этом уверен, что я тебя увидел. Ах ты, зараза. В скобочках нет. Зараза. Ну ладно. Жека, как будто я знаю. Я тоже не знаю, поэтому давай без вот этого. Вот этого. Так. Вот этого, да? Вот этого, да. Хорошо. Без вот этого, потому что без... Вот. А знаешь что, Жека, мы забыли ножички. Ну пофигу, один раунд мы сыграем без ножичков. Мне кажется, меня спалили. Не. Если бы я спалил, я бы тебя уже грохнул, поэтому не переживай. Да? Не, ты бы уже трубаком просто валялся. Может, ты просто выцеливаешь? А, выцеливаю, конечно. Паскуда ты! Я просто кошку хотел подстрелить. Конечно. На полном серьезе говорю, сидит кошка, она меня бесит. Да, я обосрался уже. Кошку он хочет подстрелить. Конечно. Ты меня напрягаешь, ты где? Мяукают тут всякие ненормальные. Конечно. В смысле мяукают? Помогите! Спасите! Спасите, помогите! В смысле? Давай, выходи драться, говно! Один на один! Все по чистоку! Ай, я открыл какой-то! Там какие-то печки стоят, Эдисон, мы какие его аптечки, какие печки? Печки, а не аптечки! Ну печки! Аптечки! Эдисон, я не знаю, где ты. Я, короче, пошел на пролом. Какой пролом? Ла-ла-ла-ла-ла. Ты меня точно уже спалил? Я тут всю карту уже оббежал. Нет, я не знаю, где ты. Да. Я не знаю, Жека. Не, ну я тебя изначально видел, но сейчас уже не знаю, где ты. Вот просто не знаю, где ты. Вот да, честно, ну ладно, скажу, вот честно, знал бы, завалил бы. Вот так тебе скажу, как другу. Понятно, то есть ты друзей, да, валишь? Я понял. Некоторые. Это слишком жесткая карта, я понял. Да, смысле? Сейчас бы 8 минут искать друг друга. И друг друга убил. Ты понимаешь, я тебя убил, как ты меня убил после того, как мне в чат уже написал, что ты умер. Я выстрелил тоже, да. Паскуда. Ай! Круто у меня спампоинт. Паскуда, ты просто читер, Жека. Не, нормально. Это изи, не почувствовал врага. Да. Я тебя. Не, подожди. 1-0, ну, ладно, Жека. Ладно, 1-0. Я тебя первый убил. Да. 1-1. Я тебя убил первый, так что мой килл засчитался, твой нет, Жека. Как бы Эдисон босс пумилет большой дух. Сам ты пумилет. Ну что, Эдисон, второй раунд. Я готова? Ну я готова, конечно готова, но если меня опять убьешь после того, как сдохнешь, а, то будет нечестно, Жека, будет нечестно. То будет 2-2, в принципе, да? Будет 2-2. Так, хорошо, то есть мы без ножичков, да, играем без ножичков?
Ну, да, да, новая карта, как бы, здесь нужно без ножичков. Без ножичков. Ну, понимаешь, ножички это такое, ну вспомни предыдущую серию. Ну что да, это? Да, да, тупо рашим друг друга. Ну, в принципе, мне кажется, на этой карте, в принципе, будет и легче так убивать. Ну да. Потому что она такая огромная, что это капец. Так, Жека, вот сейчас вот прям признайся, пожалуйста, ты где? Прикольно ты придумал. Я, хорошо, я тебе скажу, где я. Я хожу по камню. Ты ходишь по камню, да? По камню, по камню. Значит... Ты где-то на этой карте. Да, где-то я вот точно тут. Где-то ты на этой карте, но вот где? Это уже другой вопрос. Это уже, да. Отдельная тема для разговора. То, что я тыркаю, это как бы... Да-да-да-да-да-да-да, конечно. Да! Да! Ду! Ну ладно, 2-1, хорошо. 2-1. Ну что, Эдисон, 2-1, но я все еще не сдаюсь. Все еще не сдаешься. Хорошо. Так, Жека. Вот в прошлый раз ты хорошо сделал, ты сказал мне, где ты, а где ты сейчас? Это просто одну нычку нашел. Я очень надеюсь, что не сзади меня, потому что если сзади меня, то будет очень плохо. Так, ну хорошо. Ну да, это будет довольно-таки печально. А эта кошка меня бесит, если честно. Ага, ты слышишь кошку. Да, она посередине. Во, опять мяу. Ага, значит, вот так вот, да? Да, вот так вот мяу, значит. Ничего я не жесткий. Ничего я не жесткий, где я жесткий? Вот покажи пальцем, где? Покажешь? Ну вот у меня 2-1 сейчас счет, поэтому мне кажется, что ты какой-то жесткий. Какой жесткий? Ничего я не жесткий, Жека. Так, Эдисон. Давай, вот ты мне должен сказать, на каком ты блоге стоишь, давай. А, в смысле, а почему я должен сказать на каком? А вот... Я тебе сказал, на каком я стою блоге. Я стою на дереве, Жека, я стою на дереве. Да? Ты стоишь на дереве? А вот где ты стоишь, фиг его знает. Вот я очень боюсь, если ты... Твою мать, где ты был? Нычка-то работает, нычка-то работает. Самая защищенная подводная база. Ах ты паскуда! Иди сюда! Все, успокойся. Хорошо. Давай, все, схватит. 2-2, ребята, 2-2. Сейчас будет 3-2, мой поле. Да, хорошо. Я как бы готов, снайпер как бы готов выигрывать эту карту. Ну подожди, 2-2, это еще не означает то, что ты все выиграл, да? Это не означает. Да. Ты говоришь, у тебя секретная нычка? Хорошо, у него секретная нычка. Ну давай. И где твоя секретная нычка по сравнению с моей, а? Где? Вот я тебе сейчас покажу. Где. Понятно, то есть ты где-то в скрытом месте, да? Не, я за тобой, Жека, я за тобой, прям за твоей спиной, Жека, прям за твоей спиной. В смысле, так нельзя. В смысле нельзя. Так нельзя. Всё можно. Так просто нельзя. Почему это? Ну где ты? Я... Я же лежал, алло! Откуда ты меня вообще убил? Я тебя через блоки убил прострелом, Жека. В смысле, тут работает прострел? Я не знаю, что это было, но это странно. А где ты был, в смысле, подожди? Говоришь, у тебя скрытая нычка. Я даже не знал, что здесь есть какой-то подъемник. Вот. У меня скрытая нычка, а не у тебя, Жек. Ой, сади в жопу. Понимаете, просто первый раунд длится 8 минут, зато последний же потом 30 секунд. 20-30 секунд, да. Но нормально. Мне нужно надеть мою шляпочку, ты подожди. Давай. Но, подожди, а что мы должны сказать? Я пока не знаю, ребят, что мы должны сказать. Главное, не пишите то, что вы хотите снайперов. Вы можете доказать то, что вы хотите снайперов, поставив огромный палец вверх на наши видосы, на два наших видоса. 20 тысяч лайков, выходит сразу новая серия. Ну, ребята, мы все равно хотим очень вас поблагодарить за то, что вы так просили этих снайперов. Вы так их ждали, и вот только благодаря вам и ради вас мы их сняли. Да, ребята, поэтому ждите новую серию, если вы этого захотите. Спасибо большое вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.